Возврат ионного источника. Мы опять ставим сюда. До щелчка фиксируем. Открываем доступ. Теперь заводим по левой канавке. Если у вас упирается во что-то, не надо его стараться туда задавить. Вот если обратить внимание, он сейчас стоит криво внутри, то есть не соосно. Ну, очень аккуратно его выровнять до соосной позиции. Есть. Теперь по правой возвращаем назад, закрываем канал, расфиксируем, вынимаем, и ионного источника у нас уже здесь нет. Не забываем вернуть назад предохранитель, чтобы в рабочей обстановке никто у вас не открыл. И поставить на место заглушку.